Что? Это история из вставленной в стоковых картинок. Ё-моё! История крыс. Бля. Я думаю, это не шоколад. Да. Памук. Паука-сова? Калаш. Какая это сратая стрёмная херня. Мне нравится. Ё-моё. Это даже в какой-то степени мило. Знаешь, типа, какой-то родственник дальний Грифона и Мантикоры. Выглядит мило и пугающе одновременно. Да. За что? Мамка. Судя по всему. Опять он. Нормально. Ну, зато пауков теперь нету. И дома. Есть. Есть. День рождения. Все, походу. Призрак. Второй чел такой несчастный. Несчастно удивленный какой-то. Uh-huh. Капец. Помог смерти, что ли? Ну, походу. Ах ты сволочь! На семейном фото. А, он вверх ногами, ё-моё! Так, следующая история спит. Я так понимаю, тут будет полно черного юмора. Да. Шахозавр получается. А я думал, всё. Ах.
Фури. Бля! Фан? Тинитус, что ли? Или крик? Ты видел этого кота? Блять, маска пиздец. Голубь. Бля, какой? Пипяу полная. В атаку пошли. Истребили человечество, судя по всему. Да, вор. Да, как-то там не молчать. Так тут как раз молчат. Ну, мы-то про них говорим. Ну да. Дальше трешок мне порвало. Опять с днём рождения? Ясно. Намёк типа, капец, ты старый? Да. Мне кажется, просто рандомно набранное на клаве. А-а-а. Чё-то. А почему это опять история про крысу? А, ясно. Сука. Слушай, надо Валентине этот видос показать. Ты видела эту довольную морду? Да. Ты сдох, паук, да? Угу. Призрак. Паук-призрак. Что ты, кошмарик? Посидела! Волосы дыбом посидела. Смерть пришел, смерть такая, ну нахер. Ну, это же смертельный паук. Ну, да. Ну, в смысле, мертвый уже. Бля! Вот что побеялся пауков. То есть получается потом. Или они мутировали. Они мутировали. Получается, потом пауков будет вирус будет побеждать голуби. Ну, походу, сейчас. Это мутировавший паук. Что, в наггетс превратился паучиный? А, есть. Истерика, да. Ну,
А вот и сделался пилу. Без понятия. Ну, выглядело как полная дичь. Да-да. Спасибо за просмотр. До скорого.